Всем привет, меня зовут Сергей Севастьянов, и это мой небольшой отзыв о наших занятиях с Константином Орищенко. Всего этих занятий было два, но этого было вполне достаточно для того, чтобы заметить разительные изменения по сравнению с тем, что было до и что стало после. Моими основными целями были увеличение глубины голоса, его мощи, затем улучшение дикции и достижение более управляемой, более интересной интонацией. И по всем этим трем пунктам я могу отметить значительные сдвиги. И всего-то прошло ничего, только одна неделя. Занятия были устроены так самостоятельно, что основным правилом вводилось не уделять очень много времени ежедневно, часами не ставить у зеркала и не тренироваться, а заниматься не более 15 минут, то есть двигаться небольшими шажками к большой цели. Мне, наверное, как и каждому человеку, это понравилось, и, соответственно, я почти не прокрастинировал эти задачи. В итоге, да, в конце этого видео хочется порекомендовать всем данного тренера. Желаю вам точно так же, как и мне, ощутить эти положительные изменения. Это очень приятно, и я думаю, будет полезно каждому человеку, вне зависимости от его основного вида деятельности или профессии. Поэтому всем рекомендую. Доброго вечера. Пока-пока.